Давай! Угомонись! Не пропадать же мясу. Беру. Есть. Ну, лезь уже! Припасы кончаются. Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы.
тебя не убьет! Честное слово! Но все, не уйдешь. Thank you.
Откройте! Не добегаешься. Он убегает! Убейте его! Зачистить лагерь. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. Давай!
Все, есть. Выходи, ублюдок! Чего притих, а? Он... Сколько командов вы уже перебили, а? Хватит прятаться! Выходи! Я тебя вижу, застанет! Thank you.
И это все, что вы можете? Ну да, ожидаемо. В следующий раз дважды подумайте, прежде чем на кого-то напасть. Бункер. Да, наверняка у них был бункер. Найти бы только. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Мы будто снова оказались на Диком Западе. И многие делают вид, что закон и порядок остались в прошлом. Но насколько я знаю, мы по-прежнему в Соединенных Штатах Америки. А в этой стране право собственности непоколебимо. Мы имеем право на эту территорию, жить на ней и защищать ее. Да, когда-то мы забрали ее у индейцев, историю не перепишешь. Но мы забрали ее силой. И только сила поможет нам сейчас двигаться вперед. Мы не склонимся перед бандитами. Если федералы, упокоители или мародеры решили, что могут хозяйничать на моей территории, их ждет разочарование. Выживают сильнейшие и побеждают сильнейшие. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже ты мой, закон и порядок – это все уже в прошлом. Что ты несешь? Есть другая идея. То, что надо. Порядок. А вот и люк. Я так и думал. Вот это мне пригодится. Карта с пометками. Да, неплохо. Им-то она уже ни к чему.
На что-то сгодится. Олей на дороге. Хоть и нет машин, зря он сюда полез. А я и не знал.
заперто. Не-а. Еще трофеи. Не переживайте, я вернусь и доведу дело до конца. Ну-ка. Вот так. Хорошо.
Всегда нужно. Гнездо. Фух. Должно быть где-то здесь.
Вот я ступил. Пригодится. Как тебе такое, Андрик, а? Чую гнездо. Оно где-то здесь. Еще одно гнездо. Сожжем и его. Хм.
Черт, патруль-бродяг, где вы взяли байк, а? Гнездо где-то рядом. Фух, я уже чую вонь. Oh.
начинай, а? Я просто охочусь на фриков, понимаешь, Бухарь? Только ради наград я туда и таскаюсь. Клыкачи, черт! Нравится? Погоди, погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Если бы они целились в меня, я был бы уже мертв. Дик, я давно говорю, ты на тот свет хочешь. Да ладно, не бойся за меня, отбой! Ай, еще как действует, иначе он тебе уже башку подгрызет. Давай, Док, скорее! Какой же ты уже творёныш! Они идут! Еще минуту. Какого хера? Ну что, уходим? Уходим! Быстро! Так, все назад! Пошел, пошел! Быстро, давай! Давай, взлетайте! Мелкий говнюк! Гаденыш, это мое!
они делают? Я, короче, сам не понял. Походу, фриков пасут. Они держали шакала в Аркане, как будто хотели прикрепить к нему трекер, что ли. Чего? В каком смысле пасут? Ну, типа, изучают. Ловят образцы какие-то, берут и выпускают. Типа, как биологи на Discovery. К ним фрики подвалили, эти сразу свалили. Снарягу оставили, рацию. Стой, ты же не думаешь, что Сара... Нет, не, я не знаю. Я просто... И он жив, Бухарь, жив. О'Брайен, один из них, из Неро. Я просто их выслежу. Ну, постараюсь, я хочу добиться ответов. Черт. Ладно, я скоро уже смогу ездить. Я помогу тебе. Если этот гад жив, мы его найдем. Из-под земли достанем. Еще поговорим потом. Конец связи. Ну, О'Брайен, и где же ты? Привет. Здрасте. Я тут заблудился. Может, вы подскажете? Ты тут заблудился? Да, я ищу Old Bell на провод, но тут что-то ни одного указателя. Слушай, ты что, издеваешься? Нет. Что? В чем дело? Что? А. Круто. Ну, просто зашибись. Ну, зашибись. Просто класс. Так что, подскажете? Что? Извини, понятия не имею, где этот Белнук, Белнак или как его там. Белнап. Белнап, да, вот это. Я не знаю, что это и где, ничем не могу помочь. Значит, нет. Нет. А, ну, хорошего дня. Эй! Вот ведь. Можешь тебя подвезти? Да, будь добр. Рада, что ты наконец догадался. Я сам. Я Дикон. Оу, пардон, неловко вышло. А как мне сесть на эту хреновину? Ну, это должно быть очевидно. Просто... Перекинь ногу. А, ладно. Сейчас. Села. Эй! Держись крепче. Большое тебе спасибо. Нет проблем. Просто оказалась в отрыве от цивилизации. Да ладно, есть тут цивилизация. Вот рядом Крейзи Уиллис, а еще... Ну, я в смысле, что сеть не ловит. Я так и понял. А, ясно. Ну, ладно. И что такая красивая девушка забыла в таком месте? Знаешь, сама задаюсь этим вопросом. Я провожу исследования, ну, изучаю всякое. Спасибо, а то я не знал, что такое исследование. Извини, я изучаю растения. Изучаешь растения? Да. Эй, осторожно! Черт. Господи!
этом? Да, жива. Да нам повезло. Эй, точно все нормально? Да, все нормально, просто... Господи. Эй, да тут и сеть. Привет. Да, все в порядке, но это твоя машина, это реально корыто. Эвакуатор нужен. И она, я не знаю, где-то, я не знаю. Трасса 42. Трасса 42. Да, около мили проехала. Ну ладно, до скорого. Мы поехали назад к машине и будем ждать эвакуатор. Я не знаю. Ну ладно, не вопрос. Когда те парни вернутся, они будут рады тебя подвезти. Так, хорошо. Ладно, только дай дышаться. Они вернутся в любой момент. Ладно, ладно, все, поехали. Только на этот раз поосторожнее. Ты же на самом деле не заблудился, да? Это как посмотреть. Вот бывшая моя тебе скажет, что я давно заблудший. Ну, тут ты явно все дороги знаешь. А ты, значит, не местная? Нет, я из Сиэтла. Компания, в которой я работаю, открыла тут лабораторию. И вот я переехала в это захолустье. Чтобы изучать растения. Точно. Ну да, я ведь уже сказала. В общем, наша компания проводит исследования для одной биомедицинской фирмы. И некоторые из растений, с которыми я работаю, довольно редкие. И они растут здесь. Ничего приятнее я в жизни не слышал.